Абсолютно в любом древнем городе не мудрено найти какой-нибудь артефакт. Великий Устюг не исключение. Например, на набережной находили даже человеческие кости. Объясняется это так. По береговой линии было много храмов. При каждом храме было свое приходское кладбище. Кто-то находит монеты, кто-то черепки. Мы спросили устюжан, какие интересные находки были в их жизни. Что самое необычное вам когда-либо приходилось находить? 500 рублей. Подкову. Подкову? А это где? Это где-то в сторону Кишгородка. И какая она была? Ой, старая. Если не считать старых монет, старые марки, наверное, ничего. А монеты вы где находили? Дома, когда ремонт делал. Спасибо. Газеты. Газеты 1913 года о развитии сифилиса в Петрограде. Вот, без шуток. Даже не знаю. Самое необычное я находил патроны такое для себя необычно. Когда маленький был, а так особо находок никаких не было. Монету старинную. Где? На реке. Найти можно все, что угодно, от монет до древних костей. Многие устюжане ходят с металлоискателями и ищут ценные артефакты. Но не стоит забывать о том, что не всякая находка может быть в радость. Если вы нашли клад, в первую очередь рекомендуется обратиться в правоохранительные органы, которые опишут найденное и проверят, не фигурирует ли это в каком-либо темном деле. Татьяна Меркурьева, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».